уже заснялось. А, или нет? Я не понял. Ну, я живой. И это очень хорошо. А, немножко болит. Шлем. Полного ну, говна. Ну, пока не знаю. Нога вроде не сломана. Ну, как бы вроде фигня. Я надеюсь. Просто больно. Защита, наверное. Пипец. Как-то очень странно все это произошло. Там просто была скорость и попалась очень крутая кочка. Мотоцикл подпрыгнул вот так, бе-бе-бе-бе. И уже как-то было толком не тормозить. А тут вот такой обрывчик образовался. И мне еще повезло, у меня как бы частично вырезалось вот это дерево. Фух. Но как бы не целиком. И, видимо, я ногой как раз и соданулся от дерева. Сейчас как-то надо ехать назад еще. Жопа. Нога болит, но вроде не сломана. Сейчас покажу место. Короче, там я ехал такой тролля, вон там кочечка. Я по нему не подлетел. И туда. Помню, как я думал, не вырезаться в этот стол сначала. И тут такой ух вниз. И примерно вот в то дерево, на нем даже осталась кора содрана. След от краски. О, ладно. Едем домой. Зализывать раны. Мотоцикл вроде цел. Руль погнулся.